Друзья, всем привет! Вы на канале Про Компьютер, и в этом видео я вам покажу, как сделать коллаж на iPhone без всяких сторонних приложений. Это будет короткий урок. Также я тебе рекомендую посетить сайт rumeteotrend.com. Это отличный ресурс, где вы можете получить более подробную информацию о погоде в твоем городе. Ссылка в описании. Но перед тем, как начать урок, я вам хочу показать, что вы получите в итоге. У вас появится возможность создавать коллажи быстрым способом. Нажимаете на «Сохранить фотографии», выбираете 9 фотографий, например, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Нажмете потом «Добавить», выбираете в сетку. Отлично, наш коллаж сохранился в фотографии. Заходим и смотрим. Вот такой у нас получится коллаж. Если вас это все устраивает, давайте начнем. Итак, первое, что нам необходимо сделать, это зайти в магазин App Store и скачать фирменное приложение «Быстрые команды». Заходим в App Store. В поиске пишем «быстрые команды» и скачиваем данное приложение. В моем случае оно уже скачано, мне остается его только открыть. Открываем данное приложение, в правом верхнем углу есть плюсик, добавляем быструю команду. Далее нам необходимо нажать на кнопку «добавить действие». В поиске мы пишем «выбрать несколько фото», данная иконка с текстом внизу, нажимаем. Обратите внимание, напротив фразы «выбрать несколько фото» есть стрелочка в кружочке, нажимаем на нее. Здесь мы переводим тумблер в положение «включено», напротив «выбрать несколько». Теперь, друзья, обратите внимание на поиск ПО и действий. Это поле в самом низу экрана. Мы сюда вводим «объединить изображение». Обратите внимание на вот этот раздел «Медиафайлы». Мы нажимаем «объединить изображение». Теперь нажимаем на слово «горизонтально». Оно выделено синим цветом. И здесь мы выбираем «спрашивать каждый раз». Теперь в самом низу экрана мы видим лупу и поиск ПО и действия. Мы здесь вводим «Сохранить фотоальбом». И, соответственно, нажимаем по данному разделу. Нам остается нажать кнопку «Готово» в правом верхнем углу. Нажимаем на «Готово». И, как мы видим, у нас создалась команда. Мы ее можем, естественно, переименовать. Если мы нажмем на вот эти три точки в верхнем правом углу, переименовать, я назову ее «Коллаж». Также я еще раз нажму на вот эти вот три точки, нажму «Поделиться», и здесь я выберу «На экран домой», чтобы нам было удобно одним нажатием на данную команду создавать коллажи, а не заходить в приложение «Быстрые команды», которые мы скачали ранее. Итак, мы смотрим, у нас теперь на экране домой создалась иконка «Коллаж», нажимаю на нее. Нам «Быстрые команды» предлагают выбрать несколько фотографий, я возьму 9. И нажму в правом верхнем углу на кнопку «Добавить». Приложение «Быстрые команды» спрашивает, какой режим выбрать, горизонтально, вертикально. Вы можете поэкспериментировать. Я хочу выбрать в сетку. Нажимаю на сетку. Сейчас команды подумают и сохранят нам наш коллаж. Все, все отлично. Заходим в приложение «Фото». Вот он мой коллаж, так что мы это сделали без проблем. Также хочу отметить, что в описании под видео я оставлю ссылку, где я покупаю различные гаджеты от компании Apple. Также я покупаю чехлы, я пользуюсь техникой Apple, ссылка в описании, сейчас скидки. Данная ссылка будет актуальна на любой год, независимо от того, когда вы просмотрите данное видео. Ссылка в описании, делись этим видео и обязательно подписывайся на канал.